Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я», ссылочка вот. А мы сегодня будем говорить о трех важных женских качествах, в которые влюбляются вот те самые достойные мужчины, о которых мечтают все женщины. Все хотят, чтобы мужчина был достойным, чтобы с этим мужчиной рядом было спокойно, хорошо, комфортно, чтобы он был рыцарем, носил на руках, пылинки сдувал, бла-бла-бла. Все этого хотят, но почему-то приходят одни кони с конюхами или рогатые, дурно пахнущие животные. Ну, вы понимаете, да? А жизнь не складывается. Где же, чем же привлечь вот этих тех самых достойных мужчин, на что они, так сказать, западают? И после чего они женщиной дорожат и хотят с ней быть. Меня зовут Алла Касаткина, я психолог, который почти 20 лет помогает женщинам как раз и находить свое счастье, быть любимыми и счастливыми. А подарочек для вас есть в описании этого видео, курс «Секреты счастливых женщин». Переходите по ссылке и получайте его. Вот сайт, тут есть очень много полезных статей для вас. А кнопочка под видео, если горит красным, нажимайте, подписывайтесь на канал и будете в курсе всех новых видео. Ну и лайки и комментарии очень любит YouTube. Это наша с вами благодарность ему за то, что он дает нам возможность общаться. А мы с вами разбираемся, а что же за эти три волшебные качества? Три, на которые достойные мужчины, вот те, о которых мечтают все, просто, что называется, автоматом западают. Первое важное качество – это когда женщина понимает, как она хочет прожить свою жизнь сейчас и в будущем. Когда женщина понимает, как она хочет жить, мужчина легче ориентируется, он может в эту жизнь вписаться. Ему с этой женщиной по пути или нет? Она вообще совпадает с тем стилем жизни, потому что достойные мужчины бывают с разным образом жизни. Когда вы знаете, как вы хотите, не я под него построюсь, я впишусь в его жизнь. Потому что вы вечно будете хотеть, если вы туда влезли и пытались притереться, вы будете хотеть переиначить его жизнь и переделать ее по-своему. Ну, так мы, женщины, устроим. Устроены, мы хотим облагородить все. Поэтому мужчина, понимая, что вот эта женщина и ее видение ее будущего совпадает с тем, чего хочет он, значит, мне уже с ней по пути. Второе важное качество, которое очень ценят в женщинах те самые достойные мужчины. Это когда женщина знает рецепт своего собственного счастья. Когда женщина знает рецепт своего собственного счастья и уже делает что-то для того, чтобы это счастье в ее жизни было. Мало того, эта женщина точно знает, что ее счастье не является ответственностью ее мужчины. То есть не он придет и меня осчастливит, а я знаю, как я хочу быть счастлива, я вот так вот уже живу, я двигаюсь туда-то. Помните первое качество? Да, я знаю, как я хочу жить. Я это делаю, и я уже сейчас счастлива. Потому что когда мужчина наряду со теми задачами, которые на нем лежат в жизни, еще и должен вас осчастливливать, простите, пожалуйста, но он находится в полной растерянности. Вы не знаете, чего хотите, а ему надо скакать, еще и угадывать, перебирать варианты, а чем же вас развеселить. Невозможно. И именно поэтому, когда мужчина понимает, что рядом с ним женщина, которая может быть и уже сейчас счастлива, и ему не надо быть вот этим вот клоуном на арене для того, чтобы ее развлекать, а то, что он делает, вписывается в ее представление о счастье, у него больше шансов остаться с ней в долгих отношениях. Почему? Потому что и ему там хорошо, и ей. То есть отношения имеют большую почву для того, чтобы быть длительными. Ну и третье, самое важное и ценное качество из тех трех, о которых я говорила, на которые западают мужчины, те, которых вы считаете достойными. Третье качество – это когда женщина находится в состоянии внутреннего спокойствия. Мужчины это называют адекватная женщина. Это значит, что любая ситуация, которая происходит в ее жизни, не выбивает ее из колеи. Это значит, что женщина понимает, что не все всегда бывает так, как она хочет. Бывает иногда и не так, как она хочет. Но она спокойно реагирует на то, что что-то пошло не так. Она понимает, что можно что-то изменить. Она понимает, что можно
договориться о чем-то, где-то уступить, где-то согласовать. Но помните, я говорила, да, она знает, как она хочет жить в будущем. Она держит вот эту картинку свою и спокойно двигается к тому, что она хочет. Она находится в состоянии внутреннего счастья. Она понимает, что ей надо для того, чтобы быть счастливым. И мужчина за это не отвечает. И она трезво смотрит. Вот это происходит так. Мужчина хочет того-то. Это противоречит тому, чего я хочу или нет. Она легче оценивает и воспринимает. Она более трезво смотрит на жизнь. И тогда мужчина, тот, который успешен, тот, которого называют принцем, рыцарем, мечтой и все тому подобное, мужчина понимает, я рядом с этой женщиной могу двигаться туда, куда я себе напланировал. Нам по пути. Эта женщина уже сейчас счастлива. Мне не надо отвлекать ресурсы от того, что я себе напланировал для того, чтобы осчастливить эту женщину. А это значит, мне есть кому принести свои заслуги, мне есть с кем разделить свои достижения, и эта женщина может как и порадоваться вместе со мной, так и поддержать меня в ту минуту, когда мне потребуется ее поддержка. И вот таких женщин, вот те самые достойные мужчины выбирают. А теперь оглянитесь на себя. Подумайте, если у вас уже эти качества, и может быть одно-два качества вам нужно просто немножечко подрегулировать внутри себя, просто немножко их укрепить или показать их больше миру. И тогда более достойные мужчины начнут обращать на вас внимание. Вот это то, чем я хотела с вами поделиться. Я больше чем уверена, что каждая из вас, в принципе, этими качествами обладает. Но почему-то на показ выставляет совсем другое. Попробуйте поискать в себе эти качества. Напишите мне в комментариях, нашли вы, как вы считаете, они у вас достаточно хорошо представлены или есть над чем поработать. Если нужны будут подсказки, я с удовольствием вам их дам в комментариях. С вами была Алла Касаткина и до встречи в следующих видео. Пока-пока!